Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Наша съемочная группа узнала, что нового произошло у жителей Саратова. У вас произошло в жизни что-нибудь нового, интересного, чем бы вы хотели поделиться? Мы ходили в музыкальный магазин и видели там замечательный инструмент под названием укулеле. На пенсию ушел. Я просто сейчас хожу на курсы, занимаюсь изучением компьютера, один из бухгалтерии. Очень интересно то, что я не знала, и мне очень нравится. Уедем отдыхать на берега Волги нашей родной, на турбазу. Ко мне внучка с Перми приехала на все лето. Мы только что вернулись из Казани вчера.